Всем здоровья, уважаемые! Для растения любовь человека важна не меньше, чем своевременный полив или, например, качественная почва. А они с лихвой вернут тебе ту заботу, которую ты ежедневно им даришь. Растения очищают воздух и забирают на себя негативную энергию, которая накапливается в помещении в течение дня. Аура растений, конечно же, очень и очень сложная. Итак, энергетика растений. Растения-вампиры. Плющ. Как и другие вьющиеся растения, плющ притягивает в дом различные заболевания, порождает ссоры. Его нежелательно держать даже в офисах. Плющ имеет мужскую энергетику и практически выживает мужчин из дома, в котором находится. Дальше. Монстера. Остерегайтесь этого растения, ни в коем случае не став монстеру в спальнях и детских комнатах. Если в доме есть дети или люди пожилого возраста, монстера начнет активно от них подпитываться. Диффенбахия решительно не подходит для маленьких помещений, забирает энергию без разбора, и положительную, и отрицательную. Будет полезной в просторных помещениях, там она станет хорошим очистителем воздуха. Едем дальше. Бегония. Растение вампир, но вампир полезный. Если к тебе зачастили гости, поставь 1-2 горшка с этим изящным цветком на южном подоконнике. Бегония заберет всю энергию, и положительную, и отрицательную, а через некоторое время вернет тебе ее хорошую часть. Орхидея. Да-да, так полюбившаяся многим орхидея способна выкачать из обитателей дома всю энергию, особенно опасна для нерешительных, слабовольных людей. Сильнее всего действие орхидеи проявляется в ночное время и в часы рассвета. Переходим к полезным растениям. Так, это у нас герань. Яркие, сильные кусты герани защитят тебя от сглаза. Едем дальше. Такое растение, как азалия. Энергетика этого растения рассеивает сплетни, эгоизм и мелочность, поможет тебе достичь личного успеха. Всем известный фикус. Если необходимо продвинуться по служебной лестнице, но сдерживающие факторы не дают этого сделать, заведи хотя бы один такой вазон. Едем далее, и это у нас хлорофитум. Незаменимое растение для кухни с газовой плитой. Никакая вытяжка не поможет тебе так эффективно, как это сделают 3-4 крупных экземпляра этого прекрасного растения. На этом, друзья, у меня все. Теперь вы знаете, какими растениями обставлять дом, офис, квартиру. Всего вам наилучшего. Подписывайтесь на наш канал.